Спустя 43,5 часа долгожданная первая Таврия остановилась на вокзале Севастополя. Первый пассажирский поезд с материка на полуостров был встречен ранним утром легендарным символом Крымского моста котом-мостиком. Затем транзитом через воскресающий после пятилетнего затишья вокзал столицы направился в город-герой. Там состав уже ждали сотни людей до отказа, заполнивших перрон. Встречали Таврию под звуки легендарного Севастополя, ветераны Великой Отечественной войны, а также губернатор города Михаил Развожаев и глава республики Сергей Аксенов. Люди не сдерживали эмоций в такой символичный для страны момент. Состав преодолел 2741 километр. Таврия проехала через 9 областей, 3 города федерального значения, край, республику, пересекла 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Аку, Дон и Кубань. Открытие железнодорожного движения по мосту в Крым, самому протяженному в России, состоялось 23 декабря. Владимир Путин лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого состава на полуостров с московского вокзала северной столицы. В 23:45 24 декабря с Казанского вокзала выехала первая Таврия из Москвы в Крым. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа. Уже завтра утром второй рейс с материка на полуостров прибудет на железнодорожный вокзал Симферополя.